Чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia, который пройдет в рамках третьего международного бизнес-саммита, станет ярким событием предстоящего форума. В соревнованиях примут участие молодые специалисты предприятий Нижнего Новгорода и Нижегородской области в возрасте от 18 до 22 лет включительно и студенты профессиональных образовательных учреждений. Что касается участников, это больше 100 студентов сегодня. Может, еще заявки не закрыты, поэтому я не скажу как бы окончательно. Жюри отработано, это международные участники, это международные организации, поэтому там представители разных стран, и включая наших представителей, включая работодателей. У нас будет 6 предприятий крупных, которые будут патронировать вот эту составляющую. Что касается призов, ну, я не могу точно сказать, что будет дано, но призы будут немаленькие. Кстати, чемпионат WorldSkills будет интересен не только участникам, но и зрителям. На 12 площадках все желающие смогут испытать свои навыки или научиться какому-нибудь новому ремеслу. Кроме того, это мероприятие может стать реальным шагом к старту профессиональной карьеры, поскольку за соревнованиями будут следить руководители крупнейших предприятий Нижегородской области. Подготовка WorldSkills – это новые составляющие подготовки специалистов такого класса, и они будут внедряться на всех производствах. Вот подготовка именно по такой технологии для всех производств. Что касается самого бизнес-саммита, то на сегодняшний день, по словам генерального директора Нижегородской ярмарки Валерия Барулина, на форум зарегистрировалось около 4000 участников из 42 стран мира.